Кировске на озере Верхнее заработал фонтан. Руководство предприятия «Апатит» приняло решение о запуске данного объекта в работу, невзирая на непогоду. Сейчас, конечно, не время отдыхать от жары у фонтана, но эстетики он, несомненно, добавляет. Да и глаз радует. Запустить объект в работу в соответствии с многолетней традицией ко дню химика в этом году не удалось. В мае мешал лед. Да и в июне, когда он все-таки растаял, погода не располагала настолько, что с запуском плавучего фонтана пришлось задержаться практически на месяц. В данный момент производится подготовка к установке фонтана на озере. Сейчас мы производим монтаж, металлоконструкции собираем. В принципе, металлоконструкции уже были собраны, производится ежегодная ревизия, техническое обслуживание перед подготовкой к началу сезона. Разумеется, речь идет не только о самой конструкции фонтана, но и о плавучей основе, выполняющей роль поплавка. Чтобы объект до конца сезона отработал без сбоев, необходимо сейчас все проверить максимально тщательно. Это только с виду конструкция кажется простой. На самом деле нюансов предостаточно. Но и опыта работы у специалистов общества «Механик» с данным объектом хватает. Механизм проверяется ежегодно, все необходимые замены проводятся в установленные сроки. Данный вид работ, социально значимый для «Апатит», производит ремонтная служба кировского филиала «О Механик». Технику всю используем нашу, кировского филиала «О Механик», за исключением грузоподъемного крана. После сборки и ревизии на воду опускается катамаран, с помощью которого будет произведена центровка фонтана. А следом за ним отправляется и конструкция. Далее с помощью канатов ее заведут на середину озера, проведут ряд подключений, после чего еще один кировский фонтан оживет.